В Мордовии запустили производство зарядных станций для электромобилей. За электрификацию автотранспорта России весной этого года взялось предприятие «Саранскабель». 90% комплектующих для зарядных станций отечественного производства. А корпус, его элементы, печатные платы, контроллеры и система управления выпускают на собственном производстве. В скором времени здесь планируют полностью перейти на отечественные комплектующие. Сейчас осталось заместить, скажем так, это кабель с пистолетом зарядным, да, то есть не продаются они отдельно, эти детали. Я думаю, что мы до конца года будем делать это полностью у себя. И уже это изделие, зарядный пистолет, да, мы будем использовать не только на своих зарядных станциях, но и можем продавать, ну, грубо говоря, конкурентам нашим, которые, в общем-то, сейчас покупают это в Китае. Сейчас в линейке продукции две модели станций для подзарядки в помещении и на свежем воздухе. Одной станцией одновременно могут воспользоваться три машины. В месяц на предприятии выпускают порядка 50 станций. И часть из них уже работает и в Саранске, и в других регионах страны. Хороших вам новостей!